1 июня, в День защиты детей в Зарайске, состоялось торжественное открытие детской игровой площадки, построенной в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». На это событие пришли не только дети и их родители из дома номер 49 по улице Ленинской, где расположился комплекс, но и жители из близлежащих домов. И сегодня для вас будет много подарков и сюрпризов. И одним из них сейчас будет для вас музыкальный подарок. Я на балалайку ленточку повешу, на русскую раздольную песню запою. Пусть она плывет, плывет над рекой и лесом, пусть Карелию слышат песенку мою. Балалайка, балалайка, душевная играйка, ты играй, играй, а чудо балалайечка. Балалайка, балалайка, душевная играйка, ты играй, играй, а чудо балалайечка. Новая площадка не даст скучать ни малышам, ни ребятам постарше. Здесь можно забраться на горку по канатам и лестницам, пройти по движущемуся мостику, покататься на качелях и получить массу удовольствия от лазания по настоящим кремлевским стенам, горкам, турникам, лесенкам, огромным песочницам. На любой вкус детские игровые формы и спортивные тренажеры. Сегодня у нас первый день лета. Сегодня у нас еще праздник, что мы открываем первую губернаторскую детскую площадку. Это первая по счету в этом году. Еще планируется еще такая же в деревне Ернова. И две площадки поменьше будет. Так что на этот год у нас 4 площадки. И, наверное, еще у нас будет ледовая коробка большая в Протекино. Мы тоже про нее мечтаем, тоже просим. Ну, вопрос, я думаю, что решится в нашем ходе. Так что всех с праздником, всем хорошего настроения, чтобы такое настроение всегда было, как сегодня, чтобы эта площадка никогда не была пустой, потому что самый хороший праздник и самая хорошая площадка – это та, которая полная, где есть смех, где есть веселье, где веселятся дети, где радуются родители. Ну, всем хорошего настроения и спасибо, конечно, Андрею Юрьевичу Воробьеву, что дает нам такую возможность строить такие детские площадки. Ежегодно в Московской области по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в муниципальных образованиях появляются новые игровые детские площадки. Площадки устанавливаются по программе «Наше Подмосковье». Безусловно, будет продолжаться эта работа, потому что мне кажется, что наибольший отклик у жителей находят именно такие объекты, да, вот как детская площадка. Ну и повторюсь, я сам многодетный отец, я прекрасно понимаю там каждый элемент, понимаю, насколько он важен, его и эстетическая привлекательность, и безопасность, и долговечность. Поэтому то, что ставится, просто замечательно. Мы точно будем эту работу продолжать. И в этом году будем устанавливать, и в последующие годы. Знаменательно, что такой подарок юным зарайцам преподнесли в праздничный день, День защиты детей, сумев в самые короткие и сжатые сроки выполнить весь комплекс работ. Действительно, эта площадка, она у нас такая особенная. Она особенность только в том, что мы дополнительно от имени жителей просили губернатора оставить нам эту площадку. И нам ее прямо в последние вот буквально дни сказали, хорошо, нам выделяют Андрей Юрьевич средства на установку ее. Но у нас, к сожалению, очень мало времени. Нам дали 2 дня на основание и 2 дня на установку самой площадки. Сказали, если справитесь, то вам дадут. И вот, наверное, впервые, что 1 июня мы открываем на День защиты детей площадку губернаторскую, красивую, достойную. Мы уложились в эти сроки, все технические моменты были учтены, все
совместной работе и помощи действительно будет надо. Площадка предназначена как для самых маленьких, так и для детей школьного возраста. Территория разделена на несколько зон. Здесь имеются детские игровые формы и спортивные тренажеры. Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей, которые новой площадкой, ну, очень довольны. Валерий Маркович, Герман Беляев, Анастасия Булатова. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.